Окей. Вид на Так презу что. нормальный или она вместе с рабочим столом? Все хорошо, видно его вместе с рабочим столом. Да, Окей. камерой. Супер. Да. Так, Камерой. всем привет. Сегодня у нас еще один доклад про дизайн-системы. Антон, пожалуйста, тебе слово, рассказывай. О себе Да. рассказывай, о том, чем занимаешься, и по теме. Окей. Всем еще раз привет. Меня зовут Антон Фомин, и я старший visual дизайнер в компании Intermedia Cloud Communications. Отвечаю за флагманский продукт Unite. И в целом сегодня хочу поднять такую интересную тему, как что такое дизайн-система и почему вам она нужна. Но перед тем, как начать разбираться вообще, что это такое, я бы хотел озвучить проблемы, с которыми мы чаще всего сталкиваемся при разработке, при развитии продукта без дизайн-системы. Так, слайды, слайды. Окей. В первую очередь, это визуальная и UX несогласованность, расплывчатость идентичности и ценности бренда и неэффективная коммуникация внутри продуктовой команды. Давайте по порядку. Что такое визуальная или UX несогласованность или, проще говоря, неконсистентность? В большинстве случаев это отсутствие преемственности дизайна от одного продукта к другому. Пользователь не видит привычных компонентов, привычных паттернов поведенческих, и это вызывает у него дискомфорт. На слайде я представил два забавных примера того, как Яндекс, немалоизвестный, допускает такую несогласованность в своих продуктах. Казалось бы, у нас достаточно подобные элементы на двух страницах, но при этом визуальный стиль абсолютно разный. У нас по-другому выглядят табы. Где-то используются карточки, где-то не используются. Абсолютно разная визуальная подача ссылок, кнопок. Где-то есть шейпы для карточек, где-то нет. При этом и у Яндекса есть дизайн-система. Это, к слову, от того, что ее мало иметь, ее нужно еще и уметь использовать. Дальше проблема отсутствия связи с брендом. Хороший пример такой коллизии — это сервис blogger.com, который был куплен Гуглом еще в далеком 2003 году, но его процесс интеграции в гугловскую экосистему был достаточно медленным. И после покупки на сервисе уже начали регистрироваться новые пользователи, сотни тысяч новых пользователей, которые даже не подозревали, что пользуются одним из продуктов Гугла. В том числе проблема была, сохранялась даже после якобы редизайна 2006 года, потому что продукт никаким образом не перенимал никаких брендовых ключей от, скажем так, флагшипов самого Гугла, типа Ютуба, Google Поиска или карт. И в этом была еще и обратная проблема. Пользователи других гугловских сервисов видели иконку этого нового сервиса у себя в списке всех продуктов, переходили по ней и видели, что сервис невероятно отличается от остальных продуктов компании и терялись. То есть отсутствие привычных паттернов и визуального стиля, он усложняет процесс онбординга. Пользователи иногда не готовы начать пользоваться продуктом компании, потому что оно сильно отличается, и в нем есть много того, к чему они не привыкли. Отсутствие коммуникации между членами команды. Я думаю, всем известно, что внутри больших команд разными продуктами компании занимаются разные дизайн-команды. Например, если взять банк Тинькофф, то личным кабинетом и приложением для физлиц и для юрлиц занимаются разные команды, и при отсутствии системного подхода при разработке дизайн-решений финальный результат получается у всех разный. Могут использоваться разные фреймворки даже при реализации. И все это приводит к тому, что при переходе с одного продукта на другой пользователь видит путаницу, и появляется разница не только во внешнем виде, но и в процессах. Например, процесс добавления конкретного адресата или пользователя банка или платежа в избранное
может происходить по-разному, хотя сущность и в первом, и в втором сервисе одна и та же. Также, по сути, выполняется одна и та же работа дважды, потому что разные дизайн-команды реализуют заново одни и те же компоненты, вместо того, чтобы их переиспользовать. Так, что такое дизайн-система? В моем понимании, это серия компонентов, которые могут быть повторно использованы, либо которые могут быть повторно переиспользованы в разные комбинации, а также позволяют легко масштабировать продукт. Но при этом дизайн-система — это не UI-кит, не библиотека элементов и не стайл-гайд. Дизайн-система — это единый ресурс истины для команды. То есть она содержит в себе все правила, ограничения, компоненты, темплейты, практики, визуальные стили, цвета и шрифты, все то, что можно легко задокументировать и упаковать в формат инструкции или библиотеки. Дизайн-система должна и может быть и должна быть мультиплатформенной. А дизайн-система очень мало смысла, если, например, она рассчитана только на одну конкретную платформу, а продукт у нас мультиплатформенный. Поэтому в рамках, например, нашей дизайн-системы мы создали три разные дизайн-библиотеки. Это Core Library, содержащая в себе все правила и элементы, которые могут быть использованы на продукте вне зависимости от платформы, то есть иллюстрации, иконки, цветовые стили, а также отдельные либы под каждую из платформ, которые уже созданы с учетом всех гайдлайнов и особенностей системы, то есть сеток, шрифтов, системных размеров и разных особенностей взаимодействия. При этом все либы мы обновляем централизованно, потому что вне зависимости от платформы любые все новые имплементированные какие-то компоненты должны поступать в библиотеки одновременно, чтобы это не задерживало разработку и не вызывало проблем при реализации. Дизайн-система построена на принципе атомарного дизайна, то есть системе маленьких элементов, атомов, которые можно компоновать, использовать повторно. И такой принцип позволяет кардинально сократить время внесения правок и актуализации макетов. Здесь в примере я привел самый маленький элемент интерфейса — это атом. В данном случае это placeholder аватарки. Более сложный компонент молекулы уже содержит в себе дополнительную информацию, такую как персональную позицию, например, и имя пользователя. Организмы содержат уже несколько молекул и представляют собой уже какой-то готовый элемент интерфейса. А темплейт непосредственно — это уже компоновка организмов и может быть преиспользован уже как отдельный экран. Можно я пока извини, я просто перебью. Очень интересная тема с вот именно с атомарным дизайном. А вот если мы смотрим на атомы и молекулы, организмы, да, вот как на темплейты, да, вот вроде бы как понятная штука, потому что в данном случае пока не очень понятно, чем отличаются темплейты от страниц, но могу предположить, что... А, давай, объясни. Но сначала давайте свое предположение, а потом я скажу, да, понимаем мы одинаково или по-разному. То есть мне кажется, что темплейты — это какие-то, возможно, заготовки для каких-то функциональных частей, а уже страница — это, может быть, типа набор из этих частей, то есть как бы еще больше, допустим, личный кабинет пользователя или страница пользователя, она может состоять из каких-то, из набора темплейтов. То есть типа пейджи — это набор темплейтов. Да, все верно. Пейдж — это непосредственно набор темплейтов, плюс в данном случае мы уже не используем рыбу для заполнения информации. Мы уже используем какую-то реальную информацию, либо пытаемся оживить интерфейс, придать ему как бы вид настоящей страницы. В данном случае у меня приведено, что это уже заполненная информация, у нас уже нету вот дублирующегося одинаковой информации, и она в целом в контексте продукта. То есть это не выглядит как заготовка. Да, но вот когда мы смотрим на атомы и молекулы, организмы, допустим, да, темплейт, да, вот доходим, вот первые четыре
штуки берем. С чего вообще нужно начинать разработку вообще дизайн-системы? С разработки атомов или с разработки больше темплейтов, а потом темплейт дробить его на части и из него выводить атомы? Все зависит на самом деле от того, на каком этапе продукта мы решили использовать дизайн-систему. С нуля, когда мы начинаем работать, конечно, лучше начинать с атомов. Если у нас есть такая возможность, максимально с самых мельчайших деталей. Таким образом, при сборке более сложных конструкций, молекул, организмов, темплейтов, у нас не будет необходимости что-то заменять, потому что мы уже будем собирать из готовых компонентов, которые у нас лежат отдельно и которые мы можем править независимо от темплейтов. Возможно, я забегаю наперед, но вот если мы разрабатываем какую-то новую систему, нет ли смысла взять уже какую-то готовую дизайн-систему, например, Material Design или типа End Design, или какой там взять типа какой-то набор из Bootstrap или еще там какие-то Foundation и из него что-то слепить? Можно, но в данном случае не стоит путать, что все то, что ты перечислил, дизайн-системами не являются. В данном случае тот же самый материал — это просто задокументированный, скажем так, гайдлайн системы, набор компонентов, но за ними, например, никакая идентичность бренда не закреплена. Поэтому мы можем собрать полностью весь дизайн исключительно из готовых элементов на основе материала или бутстраповских элементов, но в данном случае это будет абсолютно такой MVP-продукт без какого-то даже налета идентичности. Ага, то есть получается так, что дизайн-система — это не только набор компонентов правильно оформленных, а это еще и как бы пропитанный брендом, да? Да, абсолютно верно. Ага. Все. Я для себя это уяснил. Ребята, то есть поясню еще раз, потому что повторение — это наше все. То есть мы можем сделать интерфейс красивый, очень удобный со всеми элементами, но он будет, может быть, типовой, похож на все остальные. Я помню, что просто когда Bootstrap появился, вторая или, там, или третья версия, все сайты были одинаковые. Вот все, кто брал из Bootstrap элементы, они были прям как братья-близнецы, до сих пор еще эта волна идет. Да, то есть пропитка брендом. А для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы приложение или сервис стал продуктом полноценным, ему в первую очередь нужна идентичность. Никому не интересно пользоваться сервисом абсолютно обезличенным, потому что собранный на базовых элементах материала сервис будет походить на какой-то обрубок какого-то сервиса Гугла, но не будет походить на тот сервис, который, например, вы разрабатываете. Узнаваемость здесь на самом деле большая составляющая. Можно такой вопрос, Антон? Да. Что вот позволяет или что, не знаю, помогает вот сохранить идентичность, стиль на протяжении разработки всех вот этих вот этапов? Абсолютно все. Начиная от цвета, от форм, от стилистики, вординга, так скажем. То есть как мы обращаемся к пользователю, какой язык формальный, неформальный используем для, например, привлечения к действию. До, опять же, до того, что мы можем внедрять абсолютно кастомные компоненты. То есть это опять же к тому, что использовать готовые решения типа материала можно, но исключительно как какую-то основу, из которой потом придется вылепливать все равно что-то свое. Ну вот, допустим, если мы смотрим на интерфейсы, ну, Гугла, да, это понятно, что они взяты из материала, и как бы материал вылез из принципов Гугла, да, которые там они разработали. Когда мы смотрим на интерфейс, допустим, UI, то, ну, если брать большие компании, допустим, Facebook, у них есть свой стиль, да, в элементах. Да, и, допустим, у Apple тоже вот на веб-версиях тоже есть свой стиль, допустим, там в контролах каких-то, ну и, соответственно, в самих тоже в аппликациях. Да, на самом деле можно тут идти от обратного и посмотреть, например, что почему на iOS почти все приложения сторонние, они выглядят более уникально, чем под Android. Потому что, возможно, в том числе потому, что
гайдлайны Apple достаточно сухие, и переиспользовать их целиком достаточно сложно. Поэтому приходится крутить очень кастомные решения. В том числе это приводит к уникальному виду. То есть ты классный пример привел, что Facebook имеет... А Facebook, на самом деле, он в большей части построен на каких-то гайдлайнах Apple, если говорить про iOS-овское приложение. При этом у них абсолютно собственная графика. Они не используют никаких иконок. У них достаточно интересные микроинтеракшены. То есть у них своя анимация, у них свое расположение навигации и прочее. Это все формирует уникальный стиль конкретного продукта. Ну вот ты вообще смотрел, как вот мы, допустим, дизайном, интерфейсом мы воспитываем пользователя, и насколько пользователю, ну вот какие-то вот исследования в том плане, что да, я вот посмотрю на это окошко, я точно вижу, что это окошко от Facebook, я посмотрю, я точно знаю, что это интерфейс iOS. Насколько это важно, допустим, чтобы приложения были, скажем так, пропитанные брендом, и насколько это сильно, может быть, там, не знаю, там, выливается в конечном итоге в выгоду для компании, в деньги, в новых пользователях, может быть, там, узнаваемость. Узнаваемость — это равно доход, я бы сказал. Когда приложение или продукт имеет уникальный стиль, его проще узнать. Соответственно, узнаваемость продукта, он в целом... Вся проблема в том, что сейчас, если открыть любой стор, можно найти миллионы аналогичных каких-то сервисов, которыми никто не пользуется, потому что они являются повторением чего-либо. Я не говорю про концепцию, про функционал, а в том числе по визуальному стилю. То есть, это хорошая мысль, да. Да, но ты прав на самом деле, что любая платформа диктует свои гайдлайны, и в данном случае их переиспользование — оно важно для того, чтобы пользователь не потерялся, потому что он привязан к платформе, и он привык к определенным паттернам. То есть он знает, что, например, в большинстве случаев у приложения на iOS у него будет bottom navigation. Но его достаточно сильно убедить в том, что, например, мы ради исключительно уникального визуального стиля его поместили наверх. Он немножко потеряется. Если сервис его заинтересует, он может привыкнуть, но в большинстве случаев он отваливается, потому что просто мы нарушаем его какие-то паттерны, к которым он привык, или которые продиктованы системой, а мы почему-то без объяснения какой-то причины мы их ломаем. Как-то так. Ага, да, хорошо, хорошо, спасибо. Окей. Итак, ключевые бенефиты, ключевые преимущества, которые нам дает дизайн система, это как раз-таки визуальная и UX согласованность, фирменный стиль и ценность бренда отражаются в продуктах, простота масштабируемости и поддержки продукта, сокращение времени на реализацию, time to market, так скажем, а также повышение качества и надежности конечного продукта, потому что мы прорабатываем все элементы, все компоненты заранее, еще до старта дизайна даже самой первой страницы. Немножко про магию, лежащую в основе дизайн-систем. Систематизация процессов появилась задолго до появления диджитал-дизайна и диджитала в целом. Лучшим примером из физического мира я бы назвал обычный грузовой контейнер. Его появление полностью изменило процессы и подходы в перевозке грузов. То есть с появлением контейнеров даже мы, люди, которые, например, не работают в доках, почувствовали на себе его пользу, потому что в 10 раз увеличилась скорость доставки, повысилась безопасность и надежность, радикально снизились расходы на доставку, а также системы логистики стали более гибкими. Таким образом, выглядели классические порты до их появления, такими стали после. То есть из полного хаоса у нас появилась систематизация всех процессов, и сейчас док — это является одной из самых технически развитых мест, к которым пришел человек. Все очень систематизировано и разложено на полочке.
Так почему контейнеризацию грузов я сравниваю с дизайном системы? Как и в случае с контейнерами, дизайн системы позволяет навести порядок в наших макетах и разложить все по компонентам и упаковать в удобный для переиспользования вид. Давайте посмотрим на примере обычной кнопки ценность самой дизайн-системы. В дизайн-системе это, кнопка — это уже не просто какой-то простой элемент интерфейса, а уже сложный организм, потому что она несет в себе брендовую идентичность в виде цвета, формы, шрифта. Текст кнопки также не случайен, а соответствует UX-принципам, которые были спланированы заранее, в том числе формальная и неформальная форма, в которой мы призываем человека к действию, тоже является составляющей брендовой идентичности. Также в элементе всегда заложены поведение и состояние, то есть как меняется ее вид, когда мы на нее наводим курсор, когда нажимаем. И таким образом, проработав все это на берегу до начала непосредственно реализации какого-либо продукта, дизайнеру в дальнейшем не будет необходимости думать об этом. Также пропадает вот эта вот любимая для аутсорса игра со шрифтами или с цветами. То есть дизайнер забывает о сдвигании пикселей и выборе цвета, потому что это все описывается заранее в дизайн-системе. Дизайн-система не может быть полноценной без реализации в коде. То есть просто макетов в Figma недостаточно, поэтому в наших продуктах мы реализовали в коде библиотеку элементов на Angular, который мы проработали вместе с фронтенд-разработчиками еще до начала разработки каких-либо новых продуктов. Большинство крупных компаний, например, Mail.ru, Яндекс, Rambler, если говорить про российские, они держат свои дизайн-системы в открытом доступе, с которыми вы можете ознакомиться и перенять какие-то их принципы, а также ознакомиться, насколько подробно и интерактивно может быть представлен каждый из элементов, например, спиннер. Он масштабируется, чаще всего библиотекам приделаны какие-либо контролы, с которых мы можем посмотреть, как он будет выглядеть на разных разрешениях. И также мы в целом можем перенять что-то это для своего продукта. Как в целом работает на практике дизайн-система? Project Manager ставит новую задачу, например, разработать какой-то новый функциональный блок для уже существующей страницы, описывает все дизайн, все бизнес-требования и спецификации. Следующим шагом дизайн-команда анализирует требования, оценивает разные ограничения и набрасывает основной user flow по задаче. Если задача реализуема уже с помощью имеющихся компонентов, то дизайнеры садятся за работу и собирают макеты как из лего, уже из созданных организмов, молекул, темплейтов. И в целом без всяких каких-либо микроменеджерских процедур отдают сразу же в разработку во фронтенд команду. Также возможен такой путь развития, когда команда дизайна приходит к выводу, что данное решение требует, данный функционал требует какого-то кастомного решения. В таком случае дизайн-команда создает новый дизайн-компонент, описывает его так же, как все остальные, применяет к нему все брендовые идентичности, которые были описаны заранее в дизайн-системе, и передают его в фронтенд-разработку, чтобы его интегрировали в систему и имплементировали уже на конкретную страницу. Из схемы можно заметить, что процесс максимально короткий и обходится без какого-либо микроменеджмента. И, собственно, отсутствие микроменеджмента сокращает количество вовлеченных в процесс людей, а значит, ускоряет процесс реализации и не позволяет допустить ошибок. Тут вопрос к вам. Как вы думаете, что показывает этот график? Если у кого-то есть возможность ответить голосом, пожалуйста. Я думаю, время разработки. Окей. Смотрите нижнюю, смотрите нижнюю шкалу. Нижнюю ось. Экономия денег проекта.
Ну, увеличивается время, да, получается, на дизайн-систему, а traditional process, наоборот, получается. А это не Время совсем так. окупаемости, наверное, вот. Нет. Получается, что в дизайн-системе ты один раз разрабатываешь атомы, темплейты и все остальное, затрачиваешь какое-то количество денег, а дальше во времени у тебя количество денег, необходимых на затрату этой разработки, не меняется. А в traditional process ты каждый раз разрабатываешь это по-новому, поэтому money time. Да, экономия, да. Да. Да, все верно. На самом деле, на графике мы видим сравнение двух процессов с использованием дизайн-системы и без нее. В традиционном процессе развития продукта с течением времени расходы по отношению к времени растут по экспоненте, потому что у нас каждая новая страница рисуется from scratch. Со временем их становится великое множество, и компании необходимо постоянно нанимать новых людей в команду разработки, в команду дизайна. Таким образом, у нас достаточно сложно контролировать расходы, и в какой-то момент они могут перейти ту планку, которая в целом вписывается в бюджет компании. В случае с дизайн-системой расходы на старте выше, потому что очень большой объем работы делается еще до начала любых дизайн-процессов, связанных с проектированием непосредственно страниц. В первую очередь это время занимается описанием всех правил, которые будут дальше переиспользоваться, и отрисовки всех компонентов. Но после чего необходимость привлекать новых людей в команду отсутствует, и поэтому у нас показатели выравниваются, и в целом в данном случае это и есть огромный плюс использования системы. На сегодняшний день почти каждая крупная компания развивает свою собственную дизайн-систему. Если 7 лет назад это было просто интересным концептом, то сейчас можно сказать, что такой подход является уже стандартом. Возможно, это просто веяние моды, а возможно, это действительно рабочий инструмент, который используют даже государственные структуры. И немножко по поводу наших показателей. С момента интеграции дизайн-системы время development до маркета у нас сократилось в 3 раза. Вот, у меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте лучше всего голосом, потому что чатик у меня куда-то уехал. А, ничего страшного, все нормально. Надо, Молодец. ребят, спрашивайте. Хорошо, я тогда спрошу. Шокированные молчат, значит, очень хорошую работу вы сделали. Да, Я очень но надеюсь. Молодец. я спрошу, потому что мне эта тема самому интересна. Мы сейчас делаем 2 продукта в рамках нашей обучающей программы, и мы сталкиваемся с той проблемой, когда мы делаем иногда некоторые части, не имея этих макетов, то есть разработчики делают их как хотят, и возникает много вопросов, типа, а какую кнопку взять? Допустим, там, secondary, primary, красную или зеленую кнопку, да, вот, допустим, такие. Вот когда в компанию вводится дизайн-система, то с чего вот стоит начинать? Представим себе, есть новый продукт, или как бы вот только-только начинается, допустим, есть разработчики, условно говоря, есть продакт-менеджер, есть человек, который занимается, допустим, там, дизайном, да, вот, допустим, дизайном. Представим себе, как будто бы организовывается какая-то новая рок-группа среди школьников, и кто-то говорит, о, я там буду делать это, я буду делать это. В общем, все такие аматоры. Какое правильное направление нужно сделать так, чтобы начать разрабатывать продукт, пропитанный, точнее, интерфейс, пропитанный брендом? Я бы так сказал, что в данном случае на самом деле какого-то уникального решения, единственно правильного ответа его нету. И, конечно, как лучше, это, наверное, начинать разработку системы на самых первых этапах вообще, в принципе, старта продукта. Но я могу сказать, как делали мы. То есть я работаю в компании с достаточно большим легаси, и на момент старта первого продукта никакие дизайн-системы даже в концепции не существовало. Поэтому мы начали
проработку бизнес-системы с разработкой очередного нового продукта. Мы решили его полностью с нуля описать заранее в компонентах. Мы под это выделили динамическую команду. Мы выдернули людей с разных проектов, более-менее свободных. Взяли за основу UI-кит, на котором был построен наш флагманский продукт, и его преобразовали в бизнес-систему. То есть мы полностью построили на автолайаутах все возможные элементы, которые могут быть масштабированы. Мы построили достаточно респонсивные элементы, темплейты, которые тянутся без каких-либо ошибок. То есть вы использовали, ты говоришь про автолайаут, а ты как бы про контекст фигмы? Да. Да, то есть мы в первую очередь, у нас все началось с перехода на другой инструмент. До этого у нас все продукты были отрисованы в скетче, и командная работа была завязана на абстракте. Что в целом, во-первых, финансово было не очень выгодно, потому что лицензии для двух продуктов стоят гораздо дороже, чем командная лицензия для фигмы. Во-вторых, скорость... Ну, если кто знает, абстракт — это не самый поворотливый инструмент, и любое внесенное изменение нужно сначала коммитить, а потом мерджиться с основным файлом, лежащим на сервере. Фактически работаете с дизайном как в Git, да? То есть как система репозитория. Да. Плюс, ну, в данном случае были конфликты версий, когда над одним файлом работали несколько человек. Бывают такие случаи, когда мержится все не так, как нужно, пропадают какие-то части целых макетов, уходят дни просто в молоко от того, что что-то пошло не так. Фигма, в принципе, этот вопрос решала полностью. Плюс ко всему она более гибкая для создания дизайн-систем, поэтому мы решили полностью перерисовать все уже на основе дизайн-системы внутри нее. Полностью описали все компоненты, начиная от самых мелких из них, от молекул, заканчивая до темплейтов и полноценных пейджей. То есть в данном случае сейчас, чтобы собрать полностью новый макет страницы, у нас уходит все в рамках одного дня можно сделать, потому что и самое главное, для передачи в разработку у нас сейчас нет необходимости коммитить все это, потому что по любому компоненту, используемому в макете, фронтенд-разработчик может обратиться к системе, потому что каждый из компонентов описан отдельно. А также можно приведены вопрос? Все примеры стейтов. Можно вопрос, Антон? Да, где пожалуйста. Где вас найти по интернету? Нас? Да. Есть веб-сайт или что? Мой или личный, или компании? Компания. Ну, где выложен этот дизайн-систем? Она у нас под NDA. Это у нас не open source. Но зато можно посмотреть дизайн-системы Airbnb, Atlassian, у Apple тоже большая. А это ваши труды, да? Да, все это, все Антон сделал, и Apple сделал, и Atlassian. Все, один человек. К сожалению, хотелось бы верить, но верится с трудом. На самом деле, да, в качестве примера тот же самый Airbnb, несмотря на то, что они завязаны в основном на один продукт, они построили потрясающую дизайн-команду, и то, что они делают, как они экспериментируют, какие... И самое главное, что в результате этих экспериментов у них рождаются какие-то абсолютно новые open-source проекты, например, Lottie, которые они сделали для быстрой реализации векторной анимации, когда дизайнеру нет необходимости объяснять на пальцах, как должна работать каждая из анимаций, чтобы разработчик мог это в CSS повторить, а просто выгружается прямо напрямую из After Effects JSON-файл, который загружается в любой продукт, в том числе iOS-приложение, и пользователь видит очень плавную, красивую и не, скажем так, без артефактов анимацию. Никакая GIF-анимация не может сравниться с этим. Советую всем попробовать. Молодец, уникальный вундеркинчик. Молодец. Умница.
Да. Не, ну такими креативными людьми, конечно, надо радоваться и просить о помощи, и тянуться. Ну, у кого какие цели, да. Молодец, умница. Что можешь посоветовать, Антон, что можешь посоветовать вот нам, как не дизайнерам, нам, как людям, далеким от прекрасного и от правильного? Потому что, ну, как бы я понимаю, что интерфейс — это не столько прекрасное, сколько больше правильное. С чего начать? Вот, может быть, какое вот начальное действие нужно человеку, чтобы начать как-то вот, ну, что-то делать? Допустим, там, попробовать разработать свой интерфейс, попробовать разработать свое приложение. То есть откуда эти знания начинаются? То есть где вот эта входная точка в разработку, ну, именно в прототипы, в общем, фигму, про все эти кнопочки, про все контролы? Я думаю, года 4 назад я бы сказал, что хорошим способом как-то погрузиться в эту сферу — это просмотр дрибла, но сейчас я могу сказать, что нет. Дрибл — это достаточно вторичный продукт, содержимое дрибла. В первую очередь это, наверное, повышать свою насмотренность путем созерцания конкурсных работ. Например, где-нибудь на Awards, где публикуется Site of the Day, App of the Day, можно найти настолько креативные дизайн-решения в плане интерфейсов, и не только продуктового дизайна, и индустриальный какой-то дизайн. В целом, все то, что там попадает в какие-то номинации или берет какие-то призы, однозначно в будущем будет преиспользовано всякими крупными компаниями типа Google или Apple в их продуктах, потому что там существует очень серьезная система отбора работ, и поэтому все то, что попадает на главную страницу, оно достаточно исключительное в своем роде. Поэтому это первый шаг, который я начал бы. Но там достаточно революционные, очень такие смелые, примерно как Евровидение по сравнению Я бы сравнил с показом моды, потому что показ моды — это то, что как бы на улице вряд ли можно потом будет увидеть, но именно как перформанс очень круто. Но на самом деле там достаточно много работ, которые уже находятся в продакшене, то есть в отличие от того же дрибла. То есть, если говорить просто про такой... про чисто академический, да, вот представим себе, что мы хотим научиться музыке, мы начинаем, и правильный ответ — идите учитесь играть на пианине, на фортепиане, и там учитесь там на таких вот, как бы, да, я так простых-то, как бы, таких вот вещей с точки зрения музыки, допустим, понятно, что нужно учиться на пианино играть, как бы обычно там теория музыки и прочее, но какая теория дизайна, где она есть, где эта теория интерфейсов, откуда ее взять? Это тоже хороший, на самом деле, вопрос, потому что я не могу порекомендовать чтение классической литературы по дизайну, типа «Психбольница в руках пациента», потому что в целом все, что там описано, оно было описано достаточно давно и местами немножко устарело. Хотя для общего образования, я бы сказал, классно. Но именно чтобы как-то развить свой какой-то нулевой скилл в дизайне, я бы посоветовал все-таки ознакомливаться с разными митапами, которые проходят в разных, на разных площадках, сейчас большинство онлайн, где крупные компании в целом делятся опытом. А после этого, как бы, когда человек после просмотра, он гарантированно получает какой-то заряд мотивации, после чего в целом лучший способ развития — это эксперименты. То есть лучший способ — это взять чью-то работу, перерисовать ее, а потом еще раз, и еще одну работу перерисовать. Таким образом, у человека появляется какой-то минимальный навык визуализации, ну, скажем так, от простого к сложному, после чего он уже начинает экспериментировать с собственными какими-то наблюдениями. От перерисовывания чужого он начинает добавлять своего, и дальше в целом все его макеты будут становиться все более и более уникальными. Ага. Ну, как-то так. Как называется? Воруй как художник. Да. Кради как художник. Да. Ну, и опять же, если у кого-то есть желание получить быстро и, наверное, такую быструю сублимированную информацию
по дизайну, это, наверное, лучше всего записаться на какой-то курс. Потому что их сейчас великое множество, и в целом все они достаточно эффективные, потому что каждый из курсов, неважно, это Яндекс.Практикум, Skillbox, курсы от, например, Skill Factory, по-моему, еще есть. Я знаю, ребята в Беларуси делают у них контент, вот такая организация. Да, да, например, я тоже о них слышал. Там самое главное — это контроль. То, что над каждым из студентов будет стоять обязательно наставник, который будет бить по башке, когда он не справляется с дедлайнами. Потому что самообучение этого контроля не дает, и поэтому оно может затянуться на долгие месяцы, годы, как это было у меня. Но при этом человек может в целом не пойти дальше в эту специальность. Возможно, ну и велика вероятность, что он может понять, что это не его, как, в принципе, и с университетским образованием. Но он получит те самые навыки, которые потом помогут ему, даже если он передумает, вернуться в эту специальность и начать развиваться. Именно потому, что сублимация знаний, очень доступная подача и контроль над выполнением домашних заданий. Ну, я с тобой согласен, потому что мы занимаемся обучением программированию, и многие люди задают такой вопрос, типа, а чем отличается, типа, вот ваша программа, условно говоря, там, за $1000 от курса на Udemy за, там, за 9.99, за 19.99? И мой вот такой аргумент, возможно, он ложится на все остальные тоже сферы, так же, как и обучение и практики дизайну, UX, UI, про то, что когда вы учитесь и работаете в группе в таком стаде, то у вас все получается намного лучше и намного веселее. Вы вот видите результаты ваших коллег, особенно когда кто-то выходит на работу. И я заметил, да, что мы, кстати, тут такой небольшой автопик. У нас вчера один парень тоже нашел работу, но он бы, наверное, бы даже бы и не сообщил, если бы ему не нужны были бы референсы. Ага. Поэтому я узнаю о том, когда люди выходят на работу, только когда им нужны референсы. А так они так спокойненько себя шух и занимаются. А вот, кстати, по карьере дизайнера, что вот, как ты вот мог бы, допустим, вот в программировании, вот я вот так вижу карьеру, по крайней мере, вот американского жителя или там мигранта, который приехал. А, например, так представляете, что там выучился программированию или тестированию, находишь первую работу, это примерно типа там 70-90 тысяч в год. Но это очень мало, это реально мало, чисто вот на самые базовые вещи, чтобы хватило, если особенно ты живешь где-то рядом с долиной. Потом следующий год ты, допустим, увеличиваешь в два раза, если ты это время не терял. И потом так плавненько, вот примерно как твой график, там по, тут зеленый график с увеличением, типа, money time. Куда все деньги уходят. Да-да-да. Вот. Примерно так же там зарплата растет уже, то есть ты можешь ее поднимать, ну, там, на 10-15% в год в среднем, то есть не больше. Как вообще у дизайнеров обстоит с работой, и сколько дизайнеров нужно, допустим, на 10 разработчиков или какое-то такое вот соотношение? Давай начнем с цифр зарплат, по крайней мере, относительно, то есть не можно без конкретных цифр, допустим, там, сколько в начале, может быть, ты смотрел какую-то американскую статистику, чтобы мы вот примерно в одной системе координат. Я бы так сказал, на самом деле тут все очень относительно, потому что, опять же, если брать российский рынок дизайн-специалистов и американский, то в целом градация seniority, она примерно одинаковая. То есть для джуниоров, сеньоров, для джуниоров, мидлов, сеньоров, лидов, там, принциплов, примерно одинаковые требования. По зарплатам в целом, если брать во внимание разницу в потреблении, в потребительской корзине, то в целом, как в Штатах, так и в СНГ, дизайнеры даже на уровне джуна, они в целом идут где-то по средней планке по рынку. То есть, условно говоря, джун-дизайнер, он вряд ли будет получать сильно меньше, чем, например, какой-нибудь джун quality assurance инженер.
Хорошо. В целом? Да, да. Что будет? А перспективы? В целом перспектив тут достаточно много, потому что чаще всего дизайнеры после достижения какого-то своего потолка в одной компании прыгают в другую, как, в принципе, с другими специалистами нашей сферы. Согласен. Но, как показывает чужой опыт, пока еще не мой, но пока еще чужой, дизайнеры в целом достаточно глубоко погружены в бизнес-процессы, иногда даже больше, чем программисты, поэтому они после достижения определенного потолка в работе по найму, они организовывают стартапы и тот же самый проект Figma, который сейчас является, ну, таким геймченджером в нашей области, был сделан в целом внутри стартапа дизайнеров, которые удачно подняли средств от инвесторов. То есть, да. Я так думаю, что основание собственной компании, либо, скажем так, вхождение в совет управления какого-то уже существующего стартапа — это нормальная история развития. Да, это интересная мысль, потому что я замечал, что вот где бы я ни работал, в компании обычно дизайнеров, как бы соотношение дизайнера и разработчики, это такое, что на 20 человек, может быть, на 15-20 человек один дизайнер. Ну, да, там, по поводу соотношения, да. У тебя был вопрос по поводу соотношения. На самом деле все очень зависит от типа компании. Например, для аутсорсовых компаний там штат дизайнеров гораздо шире, потому что много разных проектов от разных заказчиков, и в целом нужен большой штат, чтобы создавать динамические команды под каждый проект. То есть условно, да, условно есть примерно такое отношение, что в аутсорсе, по крайней мере у нас в России, один дизайнер на два девелопера, минимум два девелопера, одного тестировщика и одного, там, например, продакт-оунера. В продуктовых компаниях это совсем иначе. Когда компания маленькая, а продуктовая как? Там все-таки перекос идет больше в девелоперов. И, например, если в нашу компанию, у нас, насколько я знаю, более 2000 сотрудников. При этом дизайнеров что-то в районе 20. Угу. Вот примерно такое соотношение есть. Как понять, что дизайнер хороший? Все, опять же, зависит от того, для чего его нанимаете. Как понять, что вот, ну, представим себе, вот я как разработчик, и как, допустим, у меня есть видение продукта, я тоже раньше занимался, как бы я рисовал в фотошопе какие-то макеты, но это, смотря назад на те рисунки, которые были, назовем их именно рисунками, я понимаю, что это все уже не рабочее, это уже все давно уже переживали и те разрешения, под которые это делалось, и те люди, они давно уже либо постарели, либо только родились. То есть он уже не рабочий. Вот как понять, что сейчас вот дизайнер вот что-то там рисовал, есть у него потенциал или нет потенциала? Как это можно понять? Потому что если бы был бы какой-то арт-директор, да, сказали, вот есть авторитетный человек, и он сам берет их дизайнеров там и пробует, говорит, так, этот хороший, этот уже протух, а этот еще не дозрел. Я бы так сказал, что, опять же, с точки зрения хороший дизайнер, с точки зрения разработчика, это тот, которого не нужно будет переспрашивать. Тот, который ведет понятную документацию и поддерживает очень аккуратную иерархию внутри макетов и в целом постоянно готов коллаборировать во время реализации, ревьюет уже готовые имплементированные решения. Это вот прям идеальный дизайнер, за которым бегать не нужно. То есть, который сам скажет, нужно сделать вот так, потому что они скажут, ну, можно так, можно так, можно и никак. В общем, вы как скажете, я так и сделаю. То есть, дизайнер — это такой человек, у которого есть свое четкое мнение на все, которое может это обосновать с точки зрения там разных, типа с точки зрения клиента, допустим, удобно, неудобно, с точки зрения, допустим, там разработчиков, которые скажут, это тяжело сделать, это не тяжело. Как вот, да. как понять? В данном случае дизайнер, он в целом, тут, скажем, даже не то, что мнение его личное. Его мнение в целом может расходиться, например, с мнением
продакт-оунера. Тут скорее важна его экспертиза, насколько он является хорошим адвокатом бизнес-целей и пользователей конечных. То есть end-user в данном случае это как подсудимый, а дизайнер это его адвокат, который в целом выступает чаще всего против мнения разработчиков, которые хотят порезать какие-то украшательства или какие-то микроанимации. А как дизайнер он должен всегда доказать, для чего это нужно. Плюс хороший дизайнер, он никогда не мыслит такими категориями, как красиво-некрасиво. А в первую очередь категориями, насколько это юзабельно. Потому что в данном случае его экспертиза должна быть гораздо дальше, чем просто красивые макеты. То есть, не секрет, что хороший продуктовый дизайнер, он в первую очередь хороший UX-дизайнер. То есть его аналитическая работа, она гораздо больше, чем его графическая работа. То есть там соотношение ко времени проектирования там примерно 70 на 30. 30% — это реализация макетов. 70% — это проектирование пользовательского опыта. Uh-huh. Это так. То есть, для нанимателя это должно быть важно. То есть еще плюс, командная работа, возможность лидить какой сам продукт как продакт-оунер, потому что чаще всего у продакт-оунера нет никакой экспертизы в дизайне, и в данном случае это исключительно на совести дизайнера продвигать какие-то дизайн-решения. И та же самая дизайн-система, она — это инициатива снизу. То есть это вряд ли будет инициировано с точки зрения проект-менеджера. Это дизайнер должен адвокатить это решение. То есть дизайнер занимается тем, что объясняет, почему нужно сделать так, а не иначе. Потому что, потому что я очень люблю приводить пример некоторые... У меня под рукой нет, точнее, под рукой есть, но я не буду показывать. Допустим, там банковский аккаунт. Какие-то версии есть, остаются, или даже можно посмотреть на Amazon. На Amazon у них есть часть интерфейса, который, не знаю, еще с каких-то 90-х годов, он там тянется на каких-то страницах, какие-то редкие страницы. Типа восстановление пароля, или там что-то там подать, какую-то заявку. Там прям вы увидите сделанный под какой-то экран 640 пикселей с этими уродскими кнопками. То есть как дизайнеру, потому что тут сталкиваются две среды, две стороны. Первая — это product owner, который считает деньги на реализацию и на ресурс команды. И второе — это дизайнер, который защищает, допустим, интересы пользователя, говорит, я нарисовал эту страницу, он говорит, хорошо, мы ее реализуем там, через 2 года, когда дойдет до нее очередь. Какими методами ты пользуешься для того, чтобы донести важность того, что это нужно сделать в первую очередь? Или скажешь, да, действительно, это не важно, 2 года тоже не срок? В целом, в данном случае я бы сказал, что нужно в первую очередь пушить продакт-оунера по поводу того, что в данном случае у нас есть страница, которая не очевидна для пользователей. У нас есть на этой странице функционал, который по метрикам проваливается очень сильно, потому что для пользователей непонятно, как это работает, они этим не пользуются. То есть поэтому в целом мы можем спрогнозировать, что у нас при редизайне этого компонента или даже целиком страницы у нас вырастет конверсия, а, соответственно, повысится общий финальный ревенью. То есть в данном случае как довод должны именно какие-то цифровые показатели работать. То, что красиво, некрасиво, это вряд ли будет работать. Ты совершенно прав. Согласен. А тут важную тему ты затронул про метрики. Какие сейчас самые... я знаю, есть full story, допустим, там Яндекс метрика, Google Analytics. Что из них сейчас такое, что можно было использовать? Или вообще, какой набор ты используешь или который ты рекомендовал бы использовать? Мы используем HIP Analytics. Он в целом помогает протрекать поведение пользователя. Он смотрит на то, насколько он фризится на определенных местах. То есть, как долго у него... сколько у него времени уходит на прохождение какого-то этапа, например, при регистрации. Плюс мы
постоянно запускаем A/B-тестирование, выкатывая для какого-то определенного процента пользователей новую версию этой страницы и смотрим на сравнение этих метрик. А насколько у нас увеличились показатели в данном случае? Насколько они там просели? А, в целом, да, дизайн — это в первую очередь про, не только про гипотезы и их обоснование, но еще и про тестирование. Всегда нужно по финалу, ну, то есть на передаче макетов в разработку вообще ничего не заканчивается. Всегда нужно проследить дальше судьбу конкретного дизайн-решения, снять с него какие-то метрики и проанализировать их. То есть всегда есть вот этот вот пост-лаунч стейдж, скажем так. То есть для single-page application, да? Ну, как мы рассматриваем single-page application, то... Даже для single-page application это необходимо. Да-да, я говорю, что вы используете heap, да, вот это heap.io. Я нашел его, да? Домен я не помню, но да, скорее всего, это они. Сейчас у всех подобных систем они выкупают себе доменное имя такого типа. Ну, да. Спрашивает вопрос, принимали ли вы участие в ребрендинге? Если да, расскажите, пожалуйста, как это происходит. Ребрендинги, ну, все-таки в данном случае, ну, не в данном случае, а вообще в любых компаниях, где я работал, у нас было принято все-таки, что ребрендингом продукта занимается не интерфейсная команда, а маркетинговая. Но в целом, когда мы работали, ну, когда я работал на аутсорс-проектах в местной питерской студии, мы делали полный редизайн приложение банковского клиента для банка УВРИР, Уральский банк реконструкции и развития. Ну, он, по-моему, в топ-50 российских банков точно входит. И в целом вместе с полным редизайном был еще и ребрендинг. Полностью переосмысление концепции продукта. Поэтому, можно сказать, да, косвенно участвовал. Но, типа, не продвигал какой-то новый шрифт для логотипа или новый, на самом деле, вот эту метафору для логотипа. Это, ну, я так понимаю, немножко... что вопрос про ребрендинг — это, скорее всего, не к тебе. Окей, ну я со своей точки зрения ответил. Не-не-не, я говорю, что как бы ребрендинг — это такая достаточно сложная штука, и так, чтобы сказать, типа, ребрендинг был удачный, ребрендинг был неудачный. То есть это там данные, которые, ну, не знаю, доходят ли они до, как бы, видел ли ты эти данные. Это, мне кажется, это больше данные там всяких маркетологов и для... Да, я все-таки думаю, что это исключительно маркетинговая составляющая продукта. Она, несомненно, важна, и она, как бы, может в каком-то смысле аффектить нашу работу, если, например, предложенные цвета маркетингом, который мы используем в наших там в стайл-гайдах, они вырвиглазные, пользователям не нравятся категорически, то и мы, со своей точки зрения, видим какие-то... мы получаем фидбэк так или иначе. Этот фидбэк может не обязательно относиться к нашей работе, он может быть к продукту в целом, в том числе к его логотипу. Я думаю, вот Сбер сейчас прям сильно собирает негативный фидбэк по поводу своего ребрендинга. Подожди, они сделали ребрендинг? 24 числа у них была презентация. Так, они уже поменяли его? Да, они уже все зарелизили. У них на сайте, ну, подожди, есть... Мы сильно пропустили. То есть они сделали вот этот галочку, чек-бар? Да-да, они сделали чекбокс в качестве логотипа. Сбербанк. Не, я просто... Подожди. Это очень интересно. Это очень интересно, потому что... ну, не знаю, я не знал об этом. Мы просто вообще вне контекста. Но вот даже так, ты, там, скажи, типа, какой был логотип у Сбербанка, я помню там зеленый кружочек с какими-то там полосочками, но он был узнаваемый. А сейчас он похож на такой, на регулятор... температуры, знаешь, есть такой... Ребята, знаете, как регулятор такой, такая крутилка, там и внутри нее показывается. Ну, да, я думаю, что они потеряли в чем-то свою идентичность. Пускай старый логотип был такой немножко, как бы веял вот этими всеми сберкассами, всем остальным, но он хоть как-то был уникальный. Сейчас это как бы
один из многих, потому что этих чекбоксов миллиард, да, зайди на любой. Я думаю, это прямо вот основная проблема. Видите, ребята, я просто вклиниваюсь так бы с социальной точки зрения. Есть еще понятие, как веяние политики. Это тоже все идет, отражается, потому идет перезаказ, потому вот это вот все. Это и ноги растут от головы, от шеи, то есть, понятно. Ну да, там как бы всегда есть составляющая. Эти все перезаказы, это все отражается, то есть, куда, какая политика, потому что, видите, в этом кризисе, мне это помогает, я учусь у Виктора. Мне это в кайф. А всем другие начинают то, что они говорят, что типа жизнь поменяется, все поменяется. Так это начинается все-таки веяние, куда дует ветер политически, потому как происходит это все. Извините. Все, я сказала. Ну, у них на самом деле. Да, у них был такой стейтмент, что они хотят, наоборот, отказаться от ассоциации с банком. Они поэтому полностью ушли от в целом слова «банк» в своих продуктах. Я не знаю, насколько это правильное решение. В целом они в такой уникальной ситуации. Они out of market всегда находятся, потому что, по сути, они являются банком дефолтным для всех россиян. В данном случае у нас, у множества людей, там висят зарплатные проекты. Правильно сказали, надо менять все, да. Ты просто представляешь себе, сколько сейчас деревьев жалко, да, сколько всякой макулатуры, сколько все этого нужно будет перепечатать, все вывески переклеить. Они там все в пластике, там сплошно пластик. Да-да, сколько нужно будет пластика переделать. Ну, что поделать, они создают новые рабочие места, создают прецедент для запуска. Какой-то мелкий бизнес немножко подзаработает. Я думаю, да. То есть тут тоже, в дизайне всегда есть какой-то мотиватор, кроме непосредственно самого инд-юзера. Некоторые бизнес-цели могут противоречить его желаниям и потребностям. А ты, такой немножко, я буквально еще пару вопросов. А насколько ты, есть у тебя опыт в разработке логотипов? Именно, или это назовем таким новым словом identity? Я бы сказал, что он у меня есть в какой-то степени, потому что приходилось работать в стартапах, где в целом вот эта вот грань компетенций твоих очень сильно размывается, и ты занимаешься всем. То есть ты верстаешь бланки для документов, ты делаешь презентации, ты делаешь идентику, и да, в таком случае приходилось. Крупные компании, они все-таки предполагают, что все-таки у нас должна быть некоторая конвейерность, и дизайнерские дисциплины должны быть разбиваться на разных людей, поэтому сейчас маркетинговые дизайнеры в одной команде, чаще всего они даже никаким образом с нами не соприкасаются. Есть отдельные UX-дизайнеры, есть интерфейсные visual-дизайнеры. А мы уже работаем в коллаборации. Есть, например, как я стараюсь балансировать между двумя этими спецификациями. Да-да-да. А такой еще момент. Ребята, может быть, вы знаете, что вот есть такая студия Артемия Лебедева, они запустили какое-то время назад проект, у них какой-то Иван Нейронов, или как там назывался, они сделали нейронную сеть, которая генерирует логотипы, генерирует всякое такое, и продавали эти логотипы по 100 тысяч рублей штука. Ну, там просто как бы создание этого логотипа, там эта сеть генерировала множество логотипов. Я думаю, что основная услуга это выходила как бы отобрать лучшие из них, потом лучший логотип отобрать, его, видимо, потом отрисовать и создать еще какую-то обложку для этого. Так, вопрос в следующем. Как ты думаешь вообще, ты видел этот проект, ты видел те логотипы, которые там делают? Да, даже чисто конечно. Такое, чистое сумасшествие, такие прям, причем они, там, вот этот полированный бетон, который всех взорвал, да? Видел этот проект? Да, непосредственно его как раз-таки я и увидел в первую очередь.
На самом деле я могу сказать, что, ну, если отвечать на вопрос, заменят ли нейросети дизайнеров, если коротко, то нет. Если более длинно, то в целом на том этапе развития, на котором его студия Лебедева презентует, это никаким образом не является работой дизайнера. То есть в данном случае существует множество генераторов разных логотипов еще с далекого 2012 года, когда просто условный рандомайзер проходится по библиотеке каких-то метафор и применяет к нему какой-то цвет и накидывает слева или справа от текстовой части. В данном случае это просто более сложный процесс, но никакого анализа. Ну, в целом я читал статью по поводу того, как это работает. Кто-то решил проверить, вкинул денег на оплату этой услуги. Они сделали сейчас непосредственно дэшборд для этого, для этой сети. Да. Чтобы человек мог самостоятельно заполнить бриф, и на основе него будет построено вот его идентика с логотипом. Но оно, так как все ожидали, оно не работает. Оно в целом генерирует абсолютно out of он абсолютно не соответствует requirement, который сдается. По сути, это обычный рандомайзер, который, возможно, анализирует на основе какого-то дата-сета выдает какой-то случайный результат. То есть но он настолько случайный, что его можно считать таким, ну, необычным. То есть задачу логотипа он выполняет, да? То есть он запоминается. В этом все дело, что задача логотипа — это не просто запоминаться. Это он должен быть узнаваемым и легко читаемым. Вот он по двум последним пунктам он проваливается, и вкупе он не отвечает своим задачам. Легко читаемым, да. У них, есть, я смотрел портфолио, да, там много логотипов, которые оригинальные, но читаются, и либо представим себе, что они будут нанесены куда-то, или там в списке других логотипов, либо там на майку, на кружку или на ручку, то их там не разместить. В целом, на самом деле, узнаваемость тоже спорный стейтмент, потому что в данном случае все логотипы, которые он производит, они узнаваемые, но не потому, что это какая-то уникальная работа, а потому что они одинаково трешовые. То есть бизнес, который этот логотип заказывает, он не выигрывает нисколько. Просто все будут ассоциировать логотипы, соответственно, и саму компанию, ее продукт с этой нейросетью, которая вот накрутила этой фигни, но никакого эффекта положительного для компании это может и не сыграть. Другое дело, что, возможно, эта нейросеть, она позволяет исключить вот тот промежуточный этап, когда мы, как дизайнеры, себе набираем в мудборд разных референсов. В целом, это можно считать как генератор референсов вполне себе, но как генератор полноценного дизайна я не сказал бы. Это просто один из моих... Один из моих знакомых, который занимается тоже искусственным интеллектом, он такой говорит, все придет к тому, это общий посыл, о том, что, через какое-то время код будут писать машины. Ну, давайте поживем, увидим. Также мы поживем, увидим, смогут ли компьютеры генерировать нам логотипы, либо снимать кино. Так что, ребята, давайте еще один вопрос, и на этом будем закрывать нашу торжественную воскресную трансляцию. Кстати, Виктор, вы сейчас затронули очень интересную тему про искусственный интеллект. Вообще это что? Ну, электроник, терминатор, робокоп. Понятно. Короче, понятно. Это вот. Фильм. Это фильмы из сказки, да, понятно. Но я хотела услышать от вас лично. Это в попсовом представлении электроник, терминатор, робокоп. Но искусственный интеллект — это работающие системы, но их уровень интеллекта, он достаточно ограничен. У них есть область применения, допустим, над чем... Вот как бы самый простой пример. Представим себе, идет конвейер, по которому ползет, по которому движется мусор, да, конвейер движет мусор.
и там такие роботы-манипуляторы, они из него вытаскивают пластик, вытаскивают какие-то бумажки, вытаскивают железки. То есть вот искусственный интеллект — это про то, вот это машинное обучение, оно как раз вот направлено на то, чтобы эти роботы-манипуляторы выбирали из кучи мусора то, что нужно. Но могут ли быть сделаны... Точнее, можно сделать такие алгоритмы, которые будут распознавать текст, ну, это уже работает, которые будут распознавать речь, это тоже работает, там, окей, Google, и он там вот включился, Play Music. То есть ему говоришь, и он начинает играть, понимаешь? Ну да, но это получается, без человека они не работают. Ну да, вот человеческий фактор — это человеческий фактор. Благодарю, Виктор. Вам надо будет заглушить весь интернет, потому что сейчас как бум на просторах Ютуба, что все боятся искусственного интеллекта. Так смешно. Нет, я думаю, что искусственный интеллект как бы пугалки о том, что как бы роботы начнут клонировать себя, и там Skynet и все прочее. Да. То это, ну, как бы хорошая история, но... Ну, сказка. На данный момент, для знающих, да. Вполне может быть. Я думаю, что это будет очень-очень не скоро. И на данный момент искусственный интеллект находится... Именно вообще понятие вот это AI, оно в какой-то мере это просто какие-то if-else statements и просто очень много if-else. Ага, if-else. Во, вы правильно сказали. Во, да, я как раз тему делаю. Да-да. То есть ты тоже разработчик искусственного интеллекта. Да, молодцы, ребята, благодарю. Да. Так, ну что, будем завершать? Антон, напутственное слово нашим зрителям. Все комментарии будут выложены, все комментарии пишите под этим видео, мы его публикуем в YouTube, и вы сможете там пообщаться. Виктор, нам побольше таких вундеркинчиков, как Антони. Обязательно. Потому что это все, знаете, как подстегает, вдохновляет. Конечно, конечно. Смотришь на примеры успешных людей и сам думаешь, чем я занимаюсь, надо тоже порешать задачки, нужно тоже попробовать что-то спроектировать. Конечно. Молодцы, ребята. Я рада за вас. Да, спасибо. Спасибо. Антон, напутственное слово, и мы закрываем. Окей. Напутственное слово будет следующим. Повышайте свою насмотренность. В будущем это поможет отсекать хороший дизайн от плохого. Отлично. Хорошо. Всем большое спасибо и увидимся в следующую субботу. У нас тоже будет еще в следующую субботу вебинары, в следующее воскресенье будут вебинары. Следите за обновлениями и всем профессионального роста. Пока-пока. Всем пока.